В преддверии Международного дня защиты детей в регионе начинается акция «Судебные приставы дети». Главная цель – решить проблему с алиментщиками. В рамках акции приставы проведут рейды по домашним адресам неплательщиков, а также проверят их финансовые возможности, в том числе по месту работы. В настоящее время на исполнении в подразделениях регионального управления службы судебных приставов находится порядка 13,5 тысяч исполнительных производств по взысканию алиментных платежей. И из них чуть больше половины – это 7200 должников, которые трудоустроены и производят выплаты по алиментам. Таких нерадивых родителей могут ждать самые разные последствия – арест имущества, ограничения на выезд из страны и привлечение к уголовной ответственности. Проходить акция будет с 25 мая по 1 июня.